Обеспечить жителей районов качественной питьевой водой – одна из главных задач, которую решает сейчас правительство республики. Понадобится время, чтобы водопроводы появились в населенных пунктах. Колодцы высыхают и не обеспечивают в полной мере потребности людей. Нужны централизованные источники. Достройка Шемуршинского и Батревского водовода позволили бы решить эту задачу для южных районов. Для ее реализации правительство планирует войти в 3 федеральные программы. Благодаря им республика сможет получить значительные средства. На проектные работы уже заложено 300 миллионов рублей. В других районах, где проблемы тоже существуют, необходимо найти краткосрочное решение для обеспечения жителей водой.